такой напряженный день был. В принципе, и в первой игре, и во второй игре где-то мы минут 75 держали игру, но это как бы та готовность. Фактически все сыграли по полному матчу, и была задача посмотреть, скажем, какой у нас уровень готовности, насколько хватает, и, значит, и проверить всех в деле. Ну, такая, а то, что там победили в двух матчах, ну, что же делать. Соперник позволил нам забивать, хотя много не реализовывали моментов, очень много. В концовке, вот, когда нужно было отдать передачу, то самую такую уже острую у нас не всегда выходило, хотя мы довели очень много острых передач впереди. Ну, а уже в концовке начали просто матч доигрывать. Вот это, как говорят, баловаться. Вот это непозволительно немножко. Ну, будем играть два спарринга. Значит, два спарринга, естественно, будем и готовиться к этим спаррингам, добавлять, что-то менять в игре. Поэтому сегодня тоже мы меняли. Каждый тайм мы играли по-разному, поэтому.